Алло? Алло. Да, здрасте. Это школа актерского мастерства? Да. А что это такое? Меня зовут Алексей, добрый день. Здрасте. Что это такое? Да. Актерское мастерство. Скажите, пожалуйста, а вы... Так, что такое актерское мастерство? Прежде чем ответить на этот вопрос, скажите, пожалуйста, а вы когда... Пришел ответ на вопрос, скажите, а вы что бы хотели получить от актерского Да мастерства? я не знаю, а что вообще? Да я не знаю. Не знаете? Не. Ну, были же, наверное, какие-то предпосылки, может, когда-то какой-то опыт. Ну да, я в детстве играл там Винни-Пуха. Это уже много. Но, может быть, у вас есть тенденция речь поставить или... Нет, я не знаю вообще. Ну я просто что-то увидел в актерском. Я вообще хочу в группе заниматься. В какой группе? Ну, чтобы были мужики. Что были просто мужики? Симпатичные мужики. Так. Тогда у вас цель Меня на самом деле цель. актерское мастерство особо не интересует, а просто мужики побогаче. Вот это интересует. Да. Ну тогда вам не к нам. А говоришь, любой клиент, мой клиент. Ладно, вернем туда, хорошо. Так и звонят люди, которым не ко мне. А на них приходится время тратить. Может, здесь мужики побогаче-то? Такое возможно? Ну, разные школы Ты есть. побогаче? Я буду тебя теперь всем говорить. У меня есть один суперский. Вот, кстати. Красавец, богатый, но ему нужно душевное тепло. Но ему нужно что? Душевное тепло. Вы можете дать душевное тепло? А давай заново тогда еще раз. Ну, не заново так. Вам нужны мужики. Вам мужики нужны или мужчина, которому вы хотели бы провести остаток жизни? Счастливый, богатый. Ну да, лучше одного. Одного. Красивый, наверное, да? Красивый, богатый, заботливый. Или красота не имеет значения? Красивый, заботливый, богатый. И чтобы он любил меня одну, и чтобы я для него была единственная. Ага, смотрите, ну групповой тогда не получится. Почему? Потому что я вам порекомендую, есть у меня один человек, с которым вы могли бы вместе связаться и посмотреть, подходит вам или нет. И если Но мне да, 60 лет. 60 лет, Я так. жирная. Ну, не то, что жир, но такая Ну полновата. сколько вам? Ну жирно на сколько? 80, 10? 100. Да не, еще нормально. Это нормально, да? Это нормально, да. В таком случае у нас есть Ой, вы другой такой мужчина. позитивный. Есть другой мужчина в Сочи. В Сочи. Он подходящий. Тоже 100? Нет, он 105. Отлично. Он 105. Но очень хороший человек и материально обеспечен. Ну ладно.